Тверская область готовится к проведению очередного фестиваля «Верещагин Сырфест». Ожидается, что он пройдет в мае традиционно в Конаковском районе. Николай Васильевич Верещагин – основатель российского сыроварения именно на территории нынешнего Конаковского района, создал первую в России масло-сыродельную артель. Не так давно в городе открылся музей, посвященный Верещагину, и уже стал довольно популярным местом. Музей находится на территории Конаковского сыродельного завода. История и музея, и завода довольно любопытная. Завод был основан в 1936 году, продукция расходилась по всему Советскому Союзу. В 90-х он, как и многие подобные предприятия, мог ожидать остановки и забвения. Но дождался лучшей участи, производство решено было восстановить. Личное поручение по этому поводу дал губернатор области Игорь Руденя. Сам процесс пошел при активном участии директора Людмилы Володиной. Она работает в отрасли более 50 лет. Сыр – это моя любовь. Я с 5 класса бегала, мыла сыры на завод. Большой семье родилась, и поэтому всю жизнь принесла эту любовь. И сегодня рада тому, что у меня нас на заводе хороший, качественный сыр, натуральный. Впрочем, как говорит сама Людмила Володина, восстановление предприятия шло непросто. Были те, кто не верил, не хотел помогать, но нашлись и союзники, разделившие и поддержавшие идею возрождения завода. Среди последних депутат законодательного собрания Александр Слепышев. Александр Ильич, безусловно, это человек, который не только как бы помогал, он воодушевлял, даже в трудные минуты приезжал и говорил. И ладно, это очень трудно возродить на заводе сыр, это очень трудно. Понимаете, и бывали минуты расстройства, и это он всегда приезжал и говорил: ну, Людмила Сергеевна, все будет хорошо, давайте, вы же умеете трудиться, вы же все сделаете. И действительно было так. В итоге завод обрел вторую жизнь, был налажен стабильный выпуск сыров. Не так давно появилась идея создания при заводе музея имени Николая Верещагина. Дело в том, что именно Конаковская земля считается родиной русского сыра. Первая российская сыроварня была основана Николаем Верещагиным, братом знаменитого художника. Баталиста в 1866 году в Тверской губернии, в небольшой деревне Едимоново, что неподалеку от деревни Юрьево-Девичье. Одним из идеологов создания музея был Александр Слепышев. И вот тут забавный момент. Директор завода отнеслась к идее создания музея поначалу с настороженностью. Истории вообще завода и музея, если бы не Александр Ильич, никогда бы не было. Потому что, знаете как, я вообще производственник по жизни. И вот я люблю делать, заниматься работой, и вдруг какой-то туризм, какой-то это самое музей. Это так от меня далеко. Александр Ильич сказал: Людмила, это надо, это историческое предприятие. Будут приходить люди, будут смотреть, будут кушать ваши продукции, будут здесь же покупать. Впрочем, доверие к депутату сыграло свою роль. Александр Слепышев помог оформить документы на получение гранта. Музей был создан и за очень короткое время стал довольно популярным. Сейчас это объект, попадающий под термин «промышленный туризм», со всеми атрибутами, экскурсиями, дегустациями, погружением в историю. Музей, конечно, только набирает обороты, информация еще не везде есть, но сегодня уже, особенно в выходные, автобусы приезжают, маршруты есть. Сегодня порт в Завидово достраивается, и я думаю, что людям будет интересно посмотреть на историческую родину сыроделия, как развиваются сегодня производства и как живут верещагины нового времени. В планах расширения экспозиции музея – расширение ассортимента выпускаемых на заводе сыров. К слову, сейчас завод делает 19 видов сыров, из них 7 видов фирменного верещагинского. Конкретика будущего пока в секрете, но, как нам шепнули знающие люди, есть желание замахнуться на заморский пармезан. Но это изучается. А пока расширение рынка, сбыта и подготовка к сырфесту. На него приедут маститые сыроделы со всей страны, и нашему сыру, сваренному на исторической родине, надлежит выглядеть достойно.